Центральный парк города Видное. В тени плюс 32. На солнце до плюс 40. Но все равно видновчане спешат сюда, потому что здесь уютно, красиво и просто интересно. Марина часто бывает в парке и первым делом спешит на мастер-класс по изготовлению пластичной массы. Девочка уже освоила технику и теперь экспериментирует. Мне это очень нравится. Ну, вот это вот, ну, очень вот так вот приятно. Успокаивает? Да, тянется. Ага. Очень красиво. Что потом с ним сделаешь? Куда? Домой заберешь? Да. Сотрудница парка Влада ежедневно с 10 до 20 часов на рабочем месте. Когда юных посетителей нет, прячется от солнца под кронами деревьев. В остальное время, как говорится, горит на работе. Хотелось бы, да, чтобы во всем мире так было. Бесплатно воду и мороженое. Самое важное. А вот и мороженое с водой. В эти знойные дни посетителей парка ожидал сюрприз. Каждому, кто проходил мимо, а палатка расположилась недалеко от входа, предлагались бутылочка воды или стаканчик мороженого. Мы пришли на аттракционы с ребятишками отдохнуть. А тут вот такая акция, оказывается, неожиданно. Приятно? Очень приятно. Вошел, и тебе, пожалуйста, сразу уважение и сразу внимание к тебе. Очень приятный сюрприз. Нежданный и приятный сюрприз. Акция раздачи воды бесплатно мы проводим уже на протяжении там 3 дней. Эта акция организована Министерством благоустройства Московской области по всех парках Московской области. Да. А сегодня мороженое предоставил спонсор «Чистая линия», а воду нам предоставил это наша общественная организация Ленинского городского округа «Твори добро». Руководитель организации «Твори добро» Шамиль Магомедов с утра уже побывал в магазине, закупил воду и мыльные пузыри. Учитывая нашу погоду, то это очень важно. Особенно для детей, которые бегают на жаре, им как бы вода необходима. Мария с семьей тоже сегодня в парке. Мороженого и воды хватило всем. И все довольны. Это просто супер, когда вот на самом деле администрация, то есть власти города за всем этим смотрят. Огромная благодарность и большой, ну так скажем, респект. Это просто, как бы, может быть, призыв, да, к тому, что мы должны все-таки объединяться, стремиться к чему-то, ну и помогать друг другу. Мороженое. Забота о парках. Приходите, гуляйте, отдыхайте в наших парках. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.